Госпожа Шпицедер, где-нибудь еще в доме есть деньги? В ящиках? Нет, там больше ничего нет. Госпожа Адель Шпицедер, вы арестованы за ложное банкротство. Все ваше имущество конфисковано. Имущество несостоятельного должника пойдет на покрытие долгов вашим заемщикам. То есть мы сейчас не получим денег? Не может такого быть. Что же это такое? Ах ты, стерва! Я никому не лгала. Я всегда четко говорила, что не могу гарантировать безопасность. Идемте. Куда? В тюрьму. Предварительное заключение. Поверить не могу. Цейклер, выйди. Вы все тоже. Пока этот человек мой должник, меня никто не упрячет в тюрьму. Он больше ничего вам не должен.